Всем доброго времени суток, вы на канале HardReset.info, это телефон Arcos Core 57S, и сейчас вам покажу, как на вашем телефоне можно настроить режим «Не беспокоить». Для начала мы развернем шторку уведомлений и здесь выберем вот эту вот опцию, задержим на ней палец, это и есть режим «Не беспокоить». Здесь мы можем настроить его, выбираем только важные и выбираем, какие уведомления мы хотим получать во время работы режима. То есть, хотим ли мы получать напоминания, мероприятия. Будильник установлен по стандарту как неизменный параметр, то есть будильник будет работать всегда, даже когда включен режим «Не беспокоить». А также мы можем настроить сообщения от кого-то, например, мы будем их получать, или же вообще ни от кого, как установлено по стандарту. Можем настроить вызовы, от кого будут приходить, от контактов, от избранных контактов, или как вы себе установите. И также, будете ли вы получать уведомления о повторных вызовах в течение 15 минут. Давайте вернемся обратно. Здесь мы можем также настроить правила. Войдя в правила, мы можем найти здесь три основных, то есть Weekend, Weeknight и Event, которые будут срабатывать, как по всей видимости, выходные ночью в рабочие дни, и Event, мы даже не догадываюсь, что это значит. Но добавим свое новое правило, пускай оно будет на время, и, назовем его сон. Сон будет работать у нас с понедельника по пятницу. И, допустим, с 11. С 11 и до 6. Выбираем, какие уведомления у нас будут показываться. Пускай будет только будильник. И на этом все. Теперь по стандарту это правило включается. Если мы хотим его выключить, передвигаем этот тумблер влево. А теперь, чтобы включить режим «Не беспокоить» в реальном времени, просто включаем меню быстрых настроек и нажимаем вот сюда. И выбираем, насколько мы хотим его включить. Например, пока мы его не выключим, на 1 час. И кроме этого можем также установить, какие из уведомлений нам будут отображаться. То есть полная тишина означает никаких уведомлений, только будильник и только важные, то есть будильник и то, что вы установили как важное. Я выключу данный режим. И на этом с вами попрощаюсь. Спасибо большое за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до скорых встреч. Пока.